Друзья, всем здрасте! А наши выходные семейные начинаются сегодня со съемки в субботу. И куда мы, Николь, собираемся? Мама, куда мы собираемся? Мы собираемся на коньки. В общем, смотрите, я думаю, будет всем интересно. Но еще впереди воскресенье. Погнали! Все, собрались? Мы едем на Форде сейчас, ребят. Дай-ка. Ну что, берем? Тишина. А где дети? Видишь, вот это дети? Ой, карапуза. Николь. Идем переодеваться. Парень. Какой парень? Ну-ка, так не так. Точно, парень. That's it. Уже ругаются. Привет. Николь, все собрано? Ну вот давайте собирайтесь. Ой, я вас так в машину не увидела. Вы же на радиосервисе. Как дела твои, а? Ну что, набегались, напрыгались? Все? Никуся? Ты как? Илаша, ты как? Все красные. Эти красные? Будут спать хорошо? Да. Суббота подходит к концу, завтра следующий день и выходные. Да, Илаш? Да. Народ, всем доброе утро. Воскресенье началось. Вчера после наших покатушек на коньках мы что-то повалялись до сколько, Николь, уже 12, да? Вот 12 часов мы вывели только собаку прогуляться, да, Рокки? Вот, Рокки. И кто тут вывел? Я и Николь, пошли гулять. Вот такое у нас утро. Но день продолжается. И сегодня мы обещаем, что вам покажем наш весь склад оружия, да, Николь? Сегодня будем пистолеты, пулеметы доставать. А по выходным мы с Николь делаем кружочек где-то на километра 3-4, ребят. У нас тут гольф-поля, и вот нам приходится обойти все это. Николь, тебе тяжело обходить или нет? Нет. Тренируемся. Друзья, смотрите, у соседей интересное решение. Как они сделали бэк-ярд? Поставили баскетбольное поле большое. Просто баскетбол, он с фонарями. Играю в баскетбол хоть всю ночь. Прикольно, да? Ходим, выбираем решение для бэк-ярда. Что посоветуется, что нам делать? Тут такая вот площадка. Друзья, перебравшись в Америку 10 лет назад, уже почти 12, я думал, что в таких домах живут космонавты. Не космонавты. В таких домах живут трудяги. Те, кто пашет, ребят. И те, кто пашет в Америке, имеет все. Поэтому welcome to the United States, народ. Все будет. Ознакомись, немножко с нашим девелопментом, где мы живем. Так вот, вокруг нашего девелопмента, ребят, во-первых, гольф-поля, а во-вторых, если вы видите, речка. Речка, скалы и леса. То есть въезд наш девелопмент, только одна дорожка, на которой стоит полиция и всегда всех проверяет и охраняет. В общем, как-то так мы живем в Америке. Хотите жить хорошо? Здесь надо, чтобы полиция присутствовала везде. Опасно, да ничего. Вот такие у нас горные реки. Что у нас там? Есть мечи или нет? Нет. Друзья, вы заметили, да, что ширина этих мостиков, она равняется ширине гольф-автомобиля, да? Вот гольф-карт, они гоняют по этим мостам, через эти речушки. Вон там вдалеке за лесом играют ребята в гольф. Река, она такая. Обратите внимание, какая прозрачная вода, ребят, как будто пить из нее можно. Ну вот, и познакомили вас с нашим заповедником. Воскресенье у нас продолжается. Смотрите дальше. В общем, едем в Хоршем.
Далее мы едем, куда мы едем? В школу еврейскую, да? В одну private school, которую хотим отдать кое-кого. Вон Жиган Лимон, которого мы хотим отдать в академию одну. В общем, погнали, я думаю, будет интересно. Всем. Ну, погнали. Вот дом сдаем на сигнализацию. Оп. Армовый. Погнали. Америка, да? Я люблю Америку. А вы любите Америку, девчонки? Да, с телефона можно смотреть камеры, все так удобно, что в доме происходит, все датчики. Сверху запаха нет, а внизу запах, ребята, знаете чего? Псины. Собачатины. Домик. Николь, ты помнишь эту комнату? Не помнишь? Это была наша спальня, а вот твоя спальня, ты помнишь? Слушай, я не понимаю, что у нас с хитом. Ты помнишь, как ты здесь была? Я не помню это. Ты не помнишь это? Ты не помнишь, но ты была маленькая, тебе было сколько, 3 годика? Да. Да, меньше? Да, сколько было, 3 годика ей было? Да. Ой, комменты были очень классно. Супер. А что эти ступеньки? Что это ступеньки? Ты хочешь подняться, постоять? Поднимайся быстро. Глупенькая. А сейчас уже вот такая большая, говорит, я не помню. О, стены убрали, все убрали. Вот такой у нас здесь этот. Еще одна комната. Такая босяцкая. Друзья, что ты там устраиваешь? Давай быстро ставь вонючки, да поехали. Так, ну вот первые уже люди ходят у нас. Ну все, ностальгия. Видите, какой у нас лес здесь? А, ровненько 3 года назад, вот он висит еще. Запоминай это, запоминай, карапуз. Но я сниму это обязательно. Тут качеля была, за которую нам дали штраф. Потому что в комьюнити, что это-то, качельки нельзя, ничего нельзя, возле дверей ничего стоять нельзя. В общем, маленький этот дом, да? Да. Такой малюсенький. Этот дом примерно 1/3 вот теперь, что мы живем. 1/4. Ну как-то так. Твой. Чей это дом? Твой. Твой дом? Ну все. Вонючки поставили и едем в еврейскую академию. А к нам, я вижу, все приезжает. Твой. Видишь, он приезжает, люди дом смотреть еще. Даш, вы... Может, это покупатели, может, бабло привезли, а? Я хочу же этот, ну, либо гелик, либо навигатор, да что-то я хочу. Может, Rolls-Royce, ну хрен его знает. Будем смотреть. Ну что Дашка разрешит, короче. У меня ж Дуся, видите как? Дуся! Что? Мили, и нас выпускает. Еще мы должны выйти сейчас на платную дорогу, на Turnpike. Вон он, вдалеке там виднеется. Да-да. Погнали в Нью-Джерси. Я понимаю, что ты гонщик. Я очко тоже не железное. Да. Я понял. Enjoy. Я enjoy. Даша гонщик. Вон целая лафета биточков стоит. Топа. Подъезжаем.
2.50 дорога, промежуточек дороги 2.50, ребята. Все, ребят, в общем, едем это. Обедать едем, обедать. Или домой, или дальше. Что там пишут, Таня? Паша, я пришла в 1:55, здесь уже была очередь 15 человек. Ребята, 15 человек на дом очередь была. Вот, без 5, 2. Хотя у нас как бы на 2-то там осмотр. Должно быть все good. Должно быть все good. Держим. Держите за нас кулачки, короче. Потому что после наших... вот этих сдач, аренд, мы продаем все, что, не, что есть под сдачу, и все, и больше с этим не связываемся. Вообще, это не стоит выеденного яйца, реально, как бы, никаких денег там по большому счету нету, там $1000 туда-сюда, она не особо там играет роль вообще в Америке. Бесплатно, ребят, это бесплатный совет, поверьте. Пицца, Джоус пицца. Любимый Ньютаун. Ребят, кто не бывал в Ньютауне, заезжайте, здесь прикольно. Ну-ка, 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 открываем. Проходите, заходите. Да, да, да. Молодец. Воскресенье продолжается, едем уже быстрее домой покушать. Кушать, кушать, кушать. Пиццу взяли и валим домой. Показывать вам оружие. Сейчас покушаем и будем красиво показывать вам стволы. Мы немножко перекусили с Николь. Ну и папа уже все. Папа уже готов отдыхать. Ну и, конечно же, YouTube и погнали. Сейчас немножко потупим, а позже уже будем показывать вам пиф-паф, пистолетики. 216 тысяч. Там все будет пустое. Ну, он, да? Меньше, он 1000 все лишь сквер-фут. Без лофта, то есть он, ну, маленький, да, да, совсем, да, да. Такой, знаешь, и без наш, 218, и что у нас там? Вот. Ну да, 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 тут сразу все по-другому. Да. Не, ну смотрится на фотках вообще огонек. В общем, едем на Star Development, ребят. Позже еще в магазин, и только потом, только затем мы будем показывать вам наш склад оружия. Наблюдайте. Абакой, друзья, вот здесь мы прожили 3 года. Офигенное место. Вот. Ну, я понимаю, что каждая лягушка хвалит свое болото, но это болото было одно из самых прекрасных болот, да, Даша? Да, тут у нас очень много друзей. Да, до сих пор ездим сюда, встречаемся со многими. Мы до сих пор понимаем, что это одно из прекрасных мест в США. Погнали! Идемте смотреть, что там есть вообще. GoPro-шку 7-ю. Наверное, возьму. Посмотрим. Ну, вот она. GoPro Hero 7. Сколько она тут? 329. А есть еще Hero 8 Bundle. Это что такое? Что такое? Перед тем, как покупать, сравниваем с eBay. Вот здесь у нас стоит 449, а здесь 419 и куча наворотов к ней. Вот так вот. Народ решил пока не покупать. Скажите, что лучше, 8 или 7 Hero? Это, ну, пишите, и будем вместе выбирать. Накась. Закупились. Закупились. $404. Вот что взяли. 3 пакетика. Америка. Ну а сейчас я всех приглашаю уже на этот. Наконец-то посмотрим, что у нас за оружие, ребят. А то весь день обещаем, обещаем. Вот у нас уже ночь. И сейчас приедем домой и будем смотреть. Поэтому уже осталось чуть-чуть. Досмотрите, пожалуйста. Подписка, лайки и погнали. Дорогие друзья, ну что, настал тот час. Давайте я вам покажу, что у меня есть из оружия.
Погнали смотрите. В общем, пользуюсь я вот такими патронами. 45-й, конечно же, у нас. 45-й я ношу с собой. Это сугубо для защиты. Иногда девяточку. Девятку, ребята, разрывные патроны. Вот такие во всех у меня магазинах. Сейчас вам покажу. Вот так вот. Это 92-я FS Беретта. 15 патронов. И магазин у меня всегда есть на 30 патронов. Вот такой вот девяточка. Потом 7,62. Это то, что мы используем, ну, конечно же, на АКС, на АКСУ, да, это получается. 2,23, 5,56, это AR, конечно же. Ну, и иногда я стреляю вот Magnum 3,57. Six Hour, вот такой вот, который у меня с собой, 9-11. Он у нас, вы видите, да, маленький, компактный, специально для ношения с собой. У нас здесь два предохранителя. Вот один, вот второй. Ну, такое интересное. Дальше. Ребят, ну, давайте я вам покажу Беретту. Беретта 92 FS. 92 FS. Она у меня здесь с целым китом, да, то есть, вы видите, это целый кит, который я заказывал в Италии. Вот так вот он выглядит. Здесь у нас специально, чтобы патроны собирались, они никуда не убегали. СВАТ в основном пользуется этим оружием, как мне сказали, поэтому я его собирал, да, то есть как бы мне помогали его собирать, в общем, вот что получилось. На нем стоит лазер, вы видите, да, то есть вот такой. Итак, разбирается он довольно-таки несложно. Смотрите, у нас здесь стоят пины, мы их вынимаем, вот эти пины с обоих сторон, вот так вот, растягиваем его немножко в эту сторону, здесь уходит он в эту сторону, один момент, вот так вот, и сама Беретта вынимается оттуда, оп, 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 вы видите, да, какой кит, снимается вверх, и у нас получается черная 92 FS, девяточка, красивая, made in Italy Беретта, видите, да, вот такая вот она у нас. Кстати, вот эти вот рукоятки я заказывал отдельно, их доставили также из Италии, ну, в общем, такая вот моя первая, моя любимка, кстати. Дальше, что я вам хотел бы показать, ну, это понятное дело, что АКСУ, вот такой вот, давайте вынимем сразу магазин, 7,62, винтовка, все нормально, в общем, ну, те, кто стрелял, те понимают, да, что такое Калашников, что такое винтовка Калашникова, вот как-то так. Вот такая вот мы здесь поставили, конечно же, магазин, вот такие полупрозрачные. И, конечно, у нас здесь 2,23, 5,56. С собой не ношу, понятное дело. Еще даже не съездил пострелять. В ближайшее время только собираюсь, ребят. Опа, вынимаем. У нас здесь вот так. В общем, вот такой вот у меня арсенал. Ребят, нравится, не нравится? Пишите, говорите, что нравится. Что еще поснимается? Конечно, этот сугубо из-за того, что он маленький, носится с собой. Ну, а стреляю я, вот вы видите, да, какие патрончики у нас. Вот все, что я использую. Вот это все. Понравилась данная рубрика? Ребят, лайки, подписка, делимся видео. И на этом, я думаю, наше воскресенье подходит к концу. Опять же, мы приобрели там еще какие-то звоночки, все остальное пойду менять. Но обзор с оружием, я надеюсь, для настоящих мужчин это просто огонь. Но как я любил очень оружие, я люблю очень оружие, и поэтому я его покупаю для развлечения и для самозащиты. Вот такая у меня еще есть кабура. Все, всем вилсейсон, всем до новых встреч и до следующих выходных. С вами Владимир Толочко и компания Sava Motors. Бай-бай, ребят.